Дачное карате. Давно мы с вами не виделись. Ну и лето все никак не наступало. Вот, может быть, первый солнечный день в июне. И немножко разомнемся. Некоторые упражнения сделаем полезные. А вообще хотелось бы поговорить. Тема такая. Часто стали сейчас показывать профессиональный бокс по телевидению. Профессиональное карате практически не показывают. Честно говоря, не видел вообще ни одного соревнования или какой-то презентационной передачи по центральному телевидению. Но вот Матч ТВ наряду с бесконечным футболом иногда показывает смешанное единоборство, что очень интересно. И бокс тоже очень интересный, уважаемый вид спорта, профессиональный вид спорта. Ну и любительские поединки практически не показывают. Но если Олимпиада, то вот можно было посмотреть что-то. Так вот, бокс, да, вот бокс и карате. Мне как-то довелось с огорчением посмотреть такой видеоролик, где боксеры били каратеистов. Ну, естественно, что по правилам бокса каратеисты не знали, чего делать, потому что у них и другая дистанция, и другая ударная техника. Ну и вообще голой рукой в голову обычно не принято бить, потому что это очень тяжело заканчивается. В накладках, да, но в данном случае боксеров одели такие перчатки, которые для них были абсолютно непривычные, тяжелые, огромные. Ну, вот посмотрим, вот такая вот перчатка, да, вот такого размера. Это любительская, конечно, перчатка. Почему? Тут еще ухудшение одно сделано. Разогнутые пальцы, то есть ты туда всовываешь руку, и пальцы у тебя разогнуты. Когда ты открытой рукой или когда здесь пустое место внутри, ты в момент удара собранный кулак чуть-чуть сжимаешь, и он уже становится таким боевым орудием. А здесь надо специально нажимать. То есть обычно рука расслабленная. Вот представьте, вот мы расслабленной рукой, а потом бьем. Но это надо преодолеть еще сопротивление вот того материала, который специально сделан так, чтобы сжать руку было тяжело, а к концу боя, наверное, уже человек и устает. Особенно быстро, если два быстрых удара, то как он будет этим заниматься? Вот смотрите, огромная перчатка, тяжелейшая. Вот, пол лица закрывает. Вторая перчатка. Еще одеть-то не так просто. Вот две такие вот огромные перчатки. Ну, посмотрите, если в карате вот кто-нибудь вот так встанет, ну, это сразу вторец пройдет удар открытой рукой. Она маленькая, проскочит между двумя вашими руками, если вы их так вот неаккуратно поставили отбивать. Или если вы руку поставили вот так, ну, ее обойти. А здесь попробуйте обойти. Попробуйте между двумя вот такими перчатками просунуть такого же размера. Ну да, можно бить в перчатки в надежде, что противник как-то откроется и сюда что-то такое пролетит. И у него самого голова окажется вот так открытой. Боковые он будет защищать, а здесь вот он как раз и промахнется. Ну, естественно, что формируются специальные навыки у боксеров, чтобы все это было замечательно. Вот еще посмотрите. Большой палец, вот как он примыкает вот здесь сбоку, то есть он не обнимает все остальные пальцы, поэтому мощной такой твердой оконечности, вашей конечности не образуется. Вот в этом большая проблема. Ну, все условность, и любой поединок условность, потому что мы же не ведем схватки насмерть, и боксерская подготовка прекрасная. Даже для того, чтобы потом заниматься карате, неплохо позаниматься там пару лет боксом. Вот, ну, я не знаю, как вот этими перчатками вообще бить. Насколько они быстры. Ну да, несколько ударов можно нанести в таком быстром варианте. Но у меня ощущение такое, что руки куда-то в вату попадают. Как их держать, тоже непонятно. Ничего не видно за ними. Трудно это все.
Вот. И проблема еще состоит в том, что боксы засушивают. Вот последнее поражение Владимира Кличко показывает, что он бокс свой засушил до такой степени, что ни он, наверное, ни его штаб не заметили, что необходимое разнообразие должно быть. И вот человек готовился там полтора года к главному бою своей жизни, снова прорваться на боксерский Олимп или уйти с достоинством. А вот не получилось. По простой причине. Одна и та же комбинация. Расчет на мощный прямой удар. Подошел, бабах. И противник должен был упасть и не встать. Но у него противник оказался такой, который не только не был любителем валяться там на настиле, ну и сам готов был уложить на настил. Очень простая штука. Где апперкот? Да? Кличко все время бил на скачки. Раз, и чтобы потом добить. Противник клевал, рука пролетала над головой. Ну и здесь бы апперкот. Я не понимаю, почему все это такой простой удар. Вроде раз, два. Вот снизу, да? Вроде вот раз, два. И снизу идет сразу апперкот. Почему это он не делал? Вот. Столько промахов было. Противник идет вниз. Ну, вот как раз один раз, когда он ударил не в то место, где голова, а чуть ниже. Может быть, собирался ударить в грудь. Противник подсел и получил нокдаун. Очень тяжелый. И дальше Кличко тоже такой сухой бой вел. Но он думал, что все, нокдаун, тяжелый нокдаун. Что противник уже не оклемается, он по очкам переиграет. А тут надо было работать ва-банк. Соперник молодой, техничный, мощный. Но он на ватных ногах три раунда провел. Более или менее равных, ну, наверное, в пользу Кличко. Но потом он пошел ва-банк. А сухой бокс Кличко, где были только однообразные удары и даже отступление однообразное, вот такое вот, с такими поднятыми руками, откинутым корпусом. Вот как все закончилось? А закончилось как раз апперкотом, когда Кличко получил удар левый сбоку, его буквально предплечьем противник согнул и снизу попал точно в челюсть. Вот и все. И почему этот удар отсутствует в арсенале, можно сказать, того, кто считается одним из лучших боксеров? Несмотря на критику Кличко, он действительно лучший, один из лучших боксеров, целую эпоху составил. Хотя тоже все время минимизировал, все время такой прагматизм. Ну вот с таким прагматизмом он ему помогал. Да, соперники были менее мощные, пониже ростом, поэтому он их разбивал своим знаменитым джебом мощным. Ну-ка иногда добавлял прямой удар, когда противник уже плохо ориентировался, уже плохо защищался корпусом. Вот, и попадали эти тяжелейшие удары правой рукой. Ну вот, более техничный противник, хотя и не более быстрый. Разнообразие. Ну хотя бы вот помимо прямых, боковые в корпус, в голову. Даже вот свинги, вот эти длинные удары, они иногда доходят. Ну да, бьют, один другого бьет. А тот, который бьет с закрытыми глазами, выбрасывает свинг, попадает точно в челюсть. Ну, почти случайно. Но случайность тоже закономерность. Поэтому, если кто-то не готов такие свинги использовать или им противостоять, ну, тогда это его проблемы. Но эти свинги тоже должны быть в арсенале боксера или любого бойца боевых искусств. Недавно был реванш. Кудряшов бился с Дурандолой, очень техничным негритянским боксером, таким быстрым. И против его атак около канатов Кудряшов в прошлый раз ничего не мог сделать. Но на самом деле это
скорее стремление его к чистоте бокса, когда бьют, они обнимаются. И здесь вот он начал немножко обниматься, и Дурандуло вот это свое преимущество потерял. Поначалу все было как в предыдущем матче, вот, а потом чуть-чуть стал Кудряшов обниматься, и ближний бой не получился. Ну вот в карате как-то вообще не обнимешься, потому что получишь удар коленом, вот, получишь захват, получишь бросок, только сблизились уже, особенно если это кимоно в куртке, захват, бросок и добивание. В этом смысле бокс не очень приспособлен для уличной драки, то есть он приспособлен для ее начала или для такой драки, которая заканчивается в течение там, 2 секунд, может быть, быстрее. Раз, два раз, и все. Противник повержен, и больше у него желания драться нет. Но если вот эти раз-два не получились, а противник сам начал что-нибудь такое, что для боксера неудобно, например, удар ногой куда-нибудь, да? Вот тогда большой вопрос, чем все это закончится. Или когда сблизились в каком-то тесном помещении, вот когда обнимаются боксеры, да, у них удар отклонился и ударил, да? Отклонился, ударил. Иногда бьют специально так, чтобы еще локоть прилетел. Вот так пробивают. Вроде как удар сбоку, но если он пролетел мимо, то локоть прилетает. А в смешанных боевых искусствах, карате, да что ж там, локти могут быть и не только защитой, но и ударной поверхностью. И в разные точки можно и руки отбивать. Вот. Ну, правда, тоже это не особенно используется. Ну, в силу того, что удар локтем очень тяжелый. И если противник попадает на него, или кто-то из бойцов в микс-файте, тяжелые травмы. Удар с разворотом. Да, противник идет, ты делаешь джеб, противник идет на тебя. И ты всаживаешь, вот он подошел и получает локтем прямо в лицо, и это чревато, конечно. Проще, конечно, удар с разворотом, он так, ну тоже, если попадет в височную часть или там в ухо, не очень хорошая вещь. Ну так вот, Кудряшов выиграл-то тоже. Стал бить апперкоты, и апперкоты стали проходить. Ну, нельзя все время стоять и прямыми бить. Ну, противник привыкает, стоит. Даже ты его раздергиваешь, он сам пошел, навстречку пытаешься попасть. Получится, не получится. Ну, навстречку сделал апперкот. Куда как более мощный. Вот, и особенно противник затормозился. Да. Чуть-чуть, не сбоку, не прямой, а снизу. Под вот эти перчатки, которые вот так поставлены, вот здесь-то перчатка, может быть, и пройдет. Кудряшов как выиграл? Вот как раз апперкотом стал бить апперкоты. Апперкоты стали проходить. Почему раньше не бил? Почему другие боксеры это мало используют? Ну, же перчатки сквозь них не пробьешь. Но можно пробивать, иногда пробивают. Ну, вот здесь между локтей-то пространство есть, и можно попасть, особенно когда противник идет вперед, выбросил вперед руку, раскрылся, здесь попасть-то значительно проще, особенно когда рука обратно идет. Вот тут вот этими ударами он и выиграл. Еще один поединок Ковалев-Уорд, где Ковалев был признан проигравшим по очкам там, ну, был очень равный бой. Я не могу сказать, что Уорд его проиграл. В общем-то, равный бой. И у Ковалева была проблема, то же самое, очень линейная техника, очень линейная, бам-бам. Да, и Уорд все время клевал, вот, все время, видя прямые удары Ковалева, он все время шел вперед с наклоном. Наклонился, а потом оттуда еще можно атаковать. Ну, просто просились. Или удары не в голову, когда противник распрямлен, а в то место, куда он нырнет. Да? То есть прямой удар вместо прямого чуть-чуть ниже. Или апперкот, почему нет? Вот этого не хватало, и мне кажется, что если Ковалев и его команда увидели этот недостаток, то в матче-реванше будет очень трудно Уорда победить.
А если увидели, то, может быть, все закончится очень быстро. Потому что Ковалев, нокаутер, панчер, может это сделать. Ну, а нам надо заниматься универсальными какими-то моментами. У нас есть и удары ногами, вот, и всякие, ботиночком, вот, носочком, пяточкой, каблуком. Вот все эти удары хороши, поэтому сейчас перчатки снимаем. Они нам осложняют скорее. Вот, и если мы встречаемся с боксером, то, ну, наверное, надо использовать то, что боксер не знает, не может. А большинство, в общем-то, боксом занимаются гораздо больше, чем карате. Тем более карате на серьезном уровне. Занимается очень немного людей. И хотя там по отчетам там сотни тысяч, миллионы там Российский союз боевых искусств рассказывает, ну там Кириенко, ему же надо отчитываться. А вранье стало просто принципом этих людей, не будем уж об этом. Но действительно очень мало занимается карате. И приходишь в зал, ну там, если взрослая группа, но если там от 5 до 10 человек, ну, 10 человек – это уже очень хорошо. 20 – это просто феноменально красиво. Есть чем заняться, есть с кем заняться. А так, в общем-то, карате занимаются мало. Ну, вот в дачном варианте можно попытаться что-то освоить. И вот то, что я показываю и напоминаю про этот специфический удар. Ну, боксер пальчики задней ноги поставит на носок, скорее всего. Вот. А каратеист пробьет от пятки. И поэтому удар будет, ну, как бы в общем и целом мощнее, в зависимости от веса. Естественно, что бокс высшего уровня, там огромные мышцы, там, может, и на носок не надо ставить. Одной рукой махнул, и противник упал. А легковесом и там средневесом, конечно, надо стараться проводить такие удары, которые вкладывают все. Бьем мы и ногой в том числе, и корпусом, и разворотом корпуса. Все аспекты вкладываются. Поэтому от пятки оттолкнулись, потом можем перейти на носок, но первое движение, конечно, от пятки. Ну вот, без боксерских перчаток, конечно, мы какую-то технику используем, боксерскую, блоки ставим, да, ну, блоки довольно далеко ставим. Боксер может приложить чуть ли не к своей голове перчатку, мы довольно далеко должны ставить блоки. И здесь тоже мы работаем, сбивая конечности противника блоками, вот, и от блока у нас идет удар, например, так, отбил и сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Даже еще удобнее, когда тебя закручивают вот с правой отбил, а левый по открытому противнику, потому что противник стоит, скорее всего, вот так, левая нога впереди, и удар с этой стороны — это более открытая часть. С другой стороны им проще подставить конечность. Вот, поэтому вот одно из упражнений. Рука противника идет, мы ее сбиваем. Раз, два. Вот третий удар должен быть уже мощный. Но здесь еще движение на ногах, потому что противник стоять не будет. Раз, два. Мы, скорее всего, вот на таком расстоянии сбили. Вот это движение ударное, оно может сносить руки противника. Не обязательно попадать ему в голову. Вот, поэтому даже можно на упреждение. С такой скоростью, я думаю, что довольно тяжело боксеру будет обеспечить такую скорость. Тем более, что мы еще и вдогонку можем ударить. Раз, два, три. И еще у нас длинный удар остается. Маваши или на подскоке. Вот удар коленом тоже очень хорош. Вот когда мы одну ногу на место другой ставим и пробиваем. Но здесь по вертикальной поверхности трудно. А если противник чуть-чуть согнут, и мы еще идем вперед. Здесь вот такая бочка большая, которая держит
эту грушу, и неудобно, надо пройти насквозь. Вот, то есть надо, если эта груша в подвесе, вот сейчас мы попробуем через подвес. Вот в подвесе, да? Тут у меня еще заканчивается площадка, поэтому тоже не очень хорошо. Ну, по крайней мере, мощь удара весьма высока, поэтому если попадаем коленом, а если не попадаем, то мы ставим ногу и продолжаем пробивать. Вот мы ударили, противник отошел. Вот мы, например, пробили, противник отошел, мы нанесли удар. Да может и не один. Раз. Вот, можно даже пугнуть противника. Пугнул, пробил. Пугнул, пробил. Пугнул одной ногой, пробил другой. А можно и в прыжке. Вот есть, например, в бою. Раз обозначил, два обозначил. А потом этот удар не доводим до конца. Подпрыгиваем и пробиваем. Пробиваем уже достаточно мощно. Если я подальше поставлю, может получше будет. Ну вот так. Обозначил. Или этой ногой обозначил. Обозначил, потом и пробил. Ну, потому как отлетает груша вот от удара, рукой она так не отлетит. А здесь мощность, может быть, скорость небольшая. Ну, при удачном попадании все будет хорошо. При неудачном противник просто отлетит в сторону. Мне еще нравится на подскоке вот этот удар. Вот, вроде стоишь. Вот промахнулся вторым. Ну, это по груше промахнулся. А по человеку вдруг бы попал. Раз. Ну, что-то не очень. Ну, это останавливающий такой. Скорее. А первый вот очень хорош. Да. У бокса есть свои преимущества, у карате свои предметы, в карате работа с предметами. Ну, довольно поздно начинается, но в дачном карате вы можете хоть завтра начать с граблями. Да? А примитивно, ну вот палочка, она у меня что-то разлохматилась. Палочка, противник настроен на длину вашей руки или ноги, а палочкой снизу. Ну вот я не знаю, как тут. Вот я ни рукой, ни ногой не достаю отсюда. Вот. Ну а палочкой элементарно. Да? И этот удар будет очень жесткий, потому что поверхность соприкосновения небольшая. Вот. Если это будет ребро, оно сломается. Если челюсть, то выбьется. Да? Вот я вроде стою, могу тычком в любое место попасть. Могу сбоку тоже попробую уйти с такого расстояния. Вот. И тоже хорошо голову прикрыл, отклонился. Ну, также в голову, в пах. Раз, два. И все заканчивается очень быстро. Боксер ты или кто-либо другой. Поэтому предметы очень сильная штука. Даже ручка просто, если вы, скажем, бьетесь в какой-то неудобной для вас ситуации, а у вас в кармане ручка или под руку попался какой-то предмет твердый, просто зажали в кулаке. Та же самая стойка, вы стоите против своего противника, только у вас здесь торчит ручка или здесь торчит ручка. Да? И вы, даже если вы чиркнете, то можете разорвать там все на свете, а если ударите даже в плечо ручкой, то ну, пробьете здесь что-то очень серьезное. По крайней мере, у противника выключится плечо. А если попадете в горло то, или в глаз, ну, не дай бог, это только в боевых ситуациях. Поэтому лишний раз этим заниматься не надо.
А предметы любые, даже стул. Стул он одновременно щит с четырьмя ударными поверхностями. Но чтобы здесь не путаться, лучше стул взять так, чтобы с одной стороны щит, а ударную поверхность выбрать какую-то одну, чтобы одна ножка была у вас тем, чем вы будете бить, концентрируясь на нее. Ну, остальные уж как получится. Долго держать трудно, потому что щит-то щит, но вы его держите очень неустойчиво. И если какая-то ножка неудачно попадет, то у вас просто вырвется из руки. Можно стул, так же, как и любой предмет, использовать. Вот. Ну, с палкой мы уже делали много упражнений. Они там у кого-то вызывают нарекания. Ну, сделайте свой ролик, покажите, как вы замечательно вращаете палкой. Если вы больше ничего делать не умеете, то, конечно, дело гиблое. Вот. Я палку рассматриваю как продолжение руки. Вот. Причем такое продолжение динамичное, как такой подвижный сустав. Вот рука у меня не может выдвинуться дальше, чем она имеет длину. А палка, с палкой я могу, вот стоял на таком расстоянии, проскользил, она у меня стала гораздо длиннее. Вот так проскользил в неплотном захвате. Это удар тоже, будь здоров. Пусть он не очень сильный, но пробивает он так, что мало не покажется. И, естественно, когда вы все плечо вкладываете в том, чтобы ударить очень маленькой поверхностью, вот, частью этой оконечности палки, то это очень плотный будет удар. Ну, точно так же, как если бы вы взяли вот не палку, а обрезок такой, который у вас умещается в руку. И удар им это значительно сильнее, чем удар кулаком. Здесь все-таки хрящи, они могут быть набиты, конечно, вот, и быть по плотности, так, приближаться к кости, но это все равно травмирующий вашу руку удар, если вы там по чаю не попадаете куда-нибудь там в пуговицу какую-нибудь, вот, или в подставленный противником локоть, можно все поломать. А вот если вы бьете как каким-то зажатым в руку предметом, бруском каким-нибудь, обломком палки, то это очень мощное оружие. И если оно у вас в руках оказалось, то не надо торопиться добраться до него с противником. Противник сам подойдет, и даже если он вас ударит кулаком, у вас, скажем, зазвенит в голове, то ваш удар, там, скажем, в челюсть обломком какой-нибудь палочки, щепочки, закончит все это надолго или совсем навсегда. Ну вот есть эти отбрасывающие удары ногами, вот они могут быть под хлестом в голову, видно, могут быть в голову плотным ударом, но в голову ногами бить — это экзотика, поэтому в корпус повыше подняли колено и опустили. Если у вас получилось ниже пояса, то в боксе это имеет значение, а в карате не имеет. Вот, конечно, некрасиво бить в таких дружеских спаррингах и в соревнованиях, это запрещено. Но если вы готовитесь к бою, к реальному бою, то бьете в корпус, а попадаете, может быть, если противник сбивает, может, попадаете в пах. Или вы не дотянулись, дальше стали проваливаться. Нога опустилась именно туда. Нам это не страшно, мы этого не боимся, пусть противник боится. Там. Ну, на этом, наверное, закончим. Дачное карате. Занимайтесь спортом. Защищайте родных и близких. Защищайте свой народ, свою родину. Занимайтесь спортом, занимайтесь боевыми искусствами, занимайтесь карате. Слава России!